Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Привет. Ты куда пропал? Нашел того парня? Да, там такое дело. Слушай, найдешь еще кое-кого? Диктуй имя. Хелена Тучи. Родня того, за кем я гоняюсь. Она живет в Чикаго? Да, ее адрес не помешает. Нашла. Ого, фига себе у нее цифровой след. Так, сегодня утром она постила про встречу возле Уиллис Тауэр. Ясно. Позвоню, как доберусь. Будет на связи. Ну что ж, сегодня будет снова миссия такая, а-ля по угону машин и прочего подобного. Первым делом, ребятки, я подумаю, вы знаете, чем заняться? Это взломать вон ту хренотень. Давайте зайдем внутрь. Граждане, подумайте. Вы доверяете властям? Частная жизнь в опасности. Вы в опасности. Сбои в работе мостов и светофоров – доказательство уязвимости системы. Управлять должны вы. Мы стражи демократии. Мы борцы за правду. Конец передачи. Хм. Типа такие веселые, крутые ребята. Ладно. Взломаем. Воу. Как-то здесь многовато взломаю, честно говоря. Так. Но я даже не знаю. Так, а еще что-нибудь можно взломать? Наверное же можно, сто пудов можно. Так, вот эту и вот эту. А далее эту. И... Упс. Так. Как-то так, да? Только надо подумать еще. А, все, вот. Вот оно как. Пофиг, забрала. Красотища. Это же очень дорогой ресторан. Ты б ее видела. Алиса! Слушай, он сам сказал, все для вас. Ну и я взяла ее. Нечего мне еду на красивых тарелочках подавать, ясно? О боже, они тебя найдут! Да ну, кто? Испанская инквизиция! Будь спок, я шучу. Они кого угодно найдут, уже небось следят. Да, они следят, прямо пялятся. Следят, поджидают, чтоб... Да блин, в чем прикол-то? Я пержу, бывает. Что особенного? Все так делают. Запах не устраивает, но все может быть. Дура ты! Я не шучу. Они видят, слышат и следят. И да, Иша, может, даже нюхают. Да-да, дорогуша, старая тема. Лечила бы ты паранойю. Ладно, не хочу узнать, что будет, если... А, мимо. Кошачья няня, значит? Я не пойму, кому нужны эти сраные звери? Даже так, да? У меня весь костюм в этой шерсти, не говоря уже про кресло и пальто. Животные только просят еды и срет в коробку на кухне. На кухне, где еду готовят. Да ладно, он же клевый. Ага, пожалуй, открою ему окно, когда буду уходить. Ах ты ж, негодяй, хочет песика убить или... А что они себе позволяют? Знаешь, что он сказал? Назвал меня чокнутой и психованной. Вот урод. Я предупредила его, что ублюдок срывает проект и может погубить фирму. И он меня называет чокнутой. Музлан. Ну, все думают, что он псих. А на самом деле просто скрытый гомик. Серьезно. Почему он всем говорит, что он не гей? Черт, мне пора, позже перезвоню. Да, я не устаю удивляться людям. О, 2000 еще в минусе. У кого-то, но в плюсе у меня. Банкомат. Посмотрим, сколько мы взяли денег. 3760.
Неплохо, неплохо. Кстати, прогресс, бла-бла-бла, дерево навыков. Нам доступно 2 навыка, из которых мы можем прокачать себе что-нибудь полезное. На телефон мы вроде прокачать особо ничего не можем. Так, вот это что? Что управление на пересеченной местности уменьшает вероятность пробить колесо. И улучшает скрытность при побеге. А это увеличивает урон, наносимый транспортом противника при столкновении. Главное, что снижает урон, получаемый от столкновений, сделал. Вот это мне поможет в будущем. Все остальное пока не столь интересно. Кстати, надо посмотреть, что у меня здесь есть еще. Включение вертолета выводит на 15 секунд. Так, дорожные шипы. Ух ты ж. Дорожные шипы. Полезная штука, наверное. Круто. Ладно. Давайте. Давайте проедем вот туда вот вперед, узнаем, что там есть интересного. Заодно, кстати, купим себе какую-нибудь хорошую одежду. Я надеюсь, здесь продается хорошая одежда. Давайте проверим. В долгах по уши. Так. Да? Нет. Руками не трогай, хорошо? Почему? А мне нравится анархист, кстати, прикольно выглядит. Бандит с большой дороги. Так. Нам надо как бы быть не очень заметными. Я думаю, что вот белая мгла, либо монотон. Вот два, наверное, костюма, которые мне подошли бы. Хотя есть еще лазучик, тоже неплохо выглядит. Ну, давайте купим белую мглу. Так. Хотя еще есть возмездие, кстати, тоже неплохо выглядит. Спасибо, что зашел. Круто. Прикольно. Так, где наша тачка? Если что-то... А, вот она. Так. Что мы, собственно, будем сейчас делать? Пытаться понять, что же вот это вот за перемотка или что это... Где-то здесь находится, кстати. Здесь водить не умеют, поверь. Я из Лос-Анджелеса. Там творится то же самое. Не, серьезно, что это за перемотка? Там говорят, все на велосипедах. Окей. Видимо, я не узнаю, что это за перемотка, потому что ее здесь... А, нет, вон там... Там кто-то... Окей, это не то, видимо. Ладно, поедем дальше, посмотрим потом, что это за перемотка. Шахматный конь. Сейчас узнаем, что это. Итак, шахматный конь. О, может, хочешь сыграть? А что это? Это шахматы. Давай, не стесняйся. Ну, допустим. Допустим. Тебе шах? Ага. Он стоит двинуться и будет мат. Ах ты жопа с ручкой. А вот сейчас будет шах и мат. Черт. А, нет, выжить ходы.
Все, отлично, я выжил. Отлично. Твой ход. А, так, у нас здесь... Почему у него 4 слона? Это ни хрена не честно. Так, сюда. Шах. Так, 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 так. Сюда. Так, 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 так. Допустим, сюда. Так. Вот здесь, чисто в теории, он меня... Да! Отлично! А, что? Я как-то и не заметил, что я смог это сделать. Во что сыграем? А, выстоит там определенное количество раундов. Окей, ну этим мы займемся в следующие разы, наверное. Да ладно. Попробуй еще. Да не, мне хватит. Спасибо, чувак. New Technologies — главный капитал идеи. День за днем мы делаем все для того, чтобы ваша жизнь становилась все проще, здоровее и счастливее. Мы верим, что инновации изменят мир. Мы растем, расширяемся, и вы нужны нам. Вместе мы объединим всю планету. Окей. Вот такие брюмовцы добрые, типа. Ну, а на самом деле, всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Я надеюсь, вам эта серия понравилась, так же, как и предыдущие. Всем удачи, всем спасибо, всем пока. И надеюсь, вам все будет у вас хорошо.